мяча. Так говорила легенда шотландского футбола и клуба Манчестер Юнайтед Деннис Лоу. Что ж, с королем мы, конечно же, согласимся. Стартового свистка, конечно же, мы все с вами прибываем. Виталий Севастьяник на ваших экранах, главный арбитр сегодняшней встречи. Сборная 1-1 тогда команды сыграли. Но если взять в расчет, не забыли, попытаются сегодня сыграть намного лучше и, может быть, даже разжиться победой. Первый удар у нас тем временем в матче. Опаснейший момент. И здесь Павловец выносит мяч буквально с ленточки. Неприятно для Игнатовича пробил Александр Макась. Пришлось вступать в игру опытному стражу ворот Брестского «Динамо». Новобрат, его выбор сегодня. Майки Олег Потоцкий под 91-м ему помогает. Ну и трио сугубо атакующее. Это уже озвученные мной по ходу эфира. Но давайте об этом чуть позже. «Динамовцы» атакуют. Опаснейший момент. Перекладина. Вот так вот очень достойный ответ придумал Михаил Гордейчук на 3-й минуте. Хороший пас он, по-моему, от Павла Савицкого получил. И такой удар на исполнение, попытка переправить. Но Лаптев в это, наверное, чуть-чуть не поверил, не был готов. А вот здесь опасный эпизод уже у Ислачи может возникнуть. Януш, есть перед ним пространство. Удар классный, но выше ворот идет. Вариантов, наверное, не было других здесь у Николая. Бил из хорошей позиции в целом. Янсене там, конечно, поддерживал. Естественно, Ислач рано или поздно количество в качество конвертирует. А вот здесь ошибается Стефан. Попытка Савицкого обострить ситуацию. Не очень получается. Наёк, есть позиция для удара. Удар! Знаем мы, как Александр бьет издали. Не надо это никому объяснять в белорусском чемпионате. Поэтому пробивал зряче. Технично, но, к сожалению, чуть-чуть прицел подвел украинского полузащитника. А здесь Гордейчук классный эпизод создает. Лаптев, Лаптев удар спасает Хаткевич. Вот это супер шанс на излете получаса игры упускает Денис Лаптев. 1-1 его вывел. Классная передача. Владельцы абонементов, поэтому, может быть, плюшек за стоимость стоит подождать. Пока у нас очередное наступление брещан. Удар Хаткевич здесь достаточно спокойно справляется с этим выстрелом от Савицкого. Что тот еще на один рывок сподобится? Не сподобился. Комаровский здесь тем временем ошибается с передачей. И фолит на Быкове. И получает желтую карточку, а вслед за ней красную. И вот так на 36-й минуте остается Ислач в меньшинстве. От атаки Веретила. Про него мы довольно редко вспоминаем в первом тайме. Хотя правый фланг у Бреста задействован, но чаще мы о Савицком говорим в плане атакующих действий. Витус, вот его как раз таки вспоминаем часто. Опасный эпизод. Нет, 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 Милевского. У Милевского офсайд, гол не будет засчитан, понятное дело. А вот, что любопытно, Савицкий, вы помните, получил желтую карточку за удар после свистка. У Милевского уже есть предупреждение. И если бы Севастьяник сейчас пошел на жесткий принцип, Артем Милевский не доиграл бы этот матч до конца. Довольно заметного по первому тайму фору. В голову Александру Павловцу, за что и удостоился горчишника. Брест пока атакует. Опасный выстрел на Йока. И здесь рикошет, скажем, больше нес. Та же картинка, что мы видели в последние 10 минут первого тайма. Посмотрим, извлекут ли что-то брещане из этого преимущества. Отличный удар на технику. Все видит. И спокойно мяч в руки забирает. Веретила. Загружает вперед. Побежал Лаптев. Но Лаптев был офсайде. А вот Милевский нет. Милевский, классная передача. Нужно забивать Гордейчуку. Как же промахивается сейчас Михаил. Ну просто шикарный момент создает Милевский для партнера. Мы видим просто в гневе сейчас Виталий Жуковский. Он там за пределы технической зоны буквально вылетает, негодует. Как промазал. Наёк на Савицкого. Передача Савицкого в офсайде. Вот при всем при том, что 5 защитников действуют. А вот вам и ход от Виталия Севастьяника. Удаляет он Павла Савицкого. Да, сказали мы, что довольно глупое удаление было у Комаровского, но Савицкий умудрился переплюнуть капитана. Не могут они простить удаление Савицкого. Хорошая передача. Нет офсайда. Милевский. Милевский опять создает идеально из лучшего. Но в данном случае его, конечно, сейчас не видно после перевода в центр поля. Не так он часто появляется впереди, цепляется за мяч. Но сейчас Николай на опыте может сыграть. Классная передача от Янсене. На Янсене, конечно же, как гвинеец-то не забивает. Сумасшедший эпизод. Ну, у него там Бакай выше пробил.
Тем не менее, отмечаем, что голкипер все контролировал. Да, тут ни Кики, ни Павловец пускает шикарную возможность вывести гостей вперед. Бакай! Вот вам и выстрел от Элиса. Хаткевич. По сути, вовремя. Менять его не на кого. Ну, на Шевченко можно попробовать, конечно, ближе к концу. Хотя у нас тут остается играть всего 20 минут. Но пока Сергей Ковальчук по сражениям и в Суперкубке, и сегодня, да и по тренировочным сборам. Ох ты! А у нас вторая красная карточка в составе Брестского Динамо. Олег Веретило. Да. Именно он на 71-й минуте покидает пределы поля. Виталием Севастьяником она была абсолютно лишней. Бьет Стефан, бьет классно, но мимо ближнего угла. Януш пробежался мимо, ударил 22-й номер. Других вариантов просто нет. Заброс на Янсане, не успеет здесь Витус его накрыть. Янсане добирается до мяча, в штрафной уже Гвинец. Классный выстрел в дальний угол с отскоком от газона. Это всегда неприятно. Дождя, но даже без этого толковый выстрел сзади, издали, может привести к успеху. Во вне игры забираются футболисты Ислыч. И что? Вот здесь Севастьяник должен показывать желтую карточку. Да, Савицкому дал аналогичную. И красная! Четвертая в матче, друзья. Ну, это нечто на самом деле. И получает ее Сергей Карпович. Ну вот. Зубчук просит мяч на правой, на правом фланге, ближе к центру. Получает его. Удар классный! Сетка встрепенулась, но с внешней стороны зарядил в нее Роман. Хаткевич вроде бы играл по удару, вроде бы все контролировал. Концентрацию на этих секундах. Опасный эпизод, но нет, разряжают все футболисты Ислачи. И звучит финальный свисток. Вот так вот заканчивается довольно интересный поединок Динамо и Ислач. 0-0. Стартовые нули, которые оставляют очень хорошую интригу нам на ответную встречу. Не сумели сегодня команды распечатать ворота друг друга, но я думаю, сделают это